из нового. И снова наша звезда Ютуба. Да. Но чего же клеит в неположенных местах, вы скажите? Рассказать? Ну. Конкретно? Ну. Про страну рассказать? Нет. Про страну мы знаем. Ну тут же с долбунюча не ходить. Они дивляться вот те, что вы клеите. Вот там же и дошка оголошень, вот там и дошка оголошень. Вот чего на них не хочете поклеить? Потому что мне конкретно дают количество. А кто вам дает? Количество на сдолбунов 400 штук. Угу. Где доски на 400 штук? Ну, а может, значит, меньше треба? Да, по-другому я не заработаю денег. Ну, дивіться, якщо ціна питання зарплата, то знаєте, комусь іншому, вопросом, да. В моєму случаї, да. Это заработать денег для того, чтобы обеспечить свою семью. Я розумію. В когось буде ще складніша ситуація. Він прийде до вас додому і наклеїть вам на вікно, на двері і скаже: "У мене дитина голодна". Якщо у чоловіка буде така ситуація, як у мене в житті сложилась. Я скажу, пожму руку и скажу спасибо за то, что ты не пошел воровать, что ты не пошел убивать людей за деньги, что ты пришел и наклеил мне на окно, ты сама же еще заплатила. Ну а вы знаете, что это порушение правил благоустрою. Есть затверджені с долбуною правила благоустрою, в яких чітко написано, де можна клеїти. Мені государство сказало, когда я просила у нашого государства помощь, мені вони показали отак от фільм. Як вас звати? Катя. Дуже приємно.